Ти-ри-ри-ти-ти-ри-ти-ти-ри-ти, кидайте деньги. Ти-ри-ри-ти побольше, ти-ри-ри-ти прям сюда. Срочная новость. Тысячи людей прямо сейчас зарабатывают до 50 тысяч рублей в минуту. Флеты, тренды, торговые стратегии, в общем, нет времени объяснять. Ссылка в описании, а я пошел торговать. Всем привет, дорогие друзья, с вами Валентин Фокин, и вы часто пишете мне в комментариях, сколько же может зарабатывать битбоксер. Естественно, те люди, которые занимаются битбоксом профессионально, выступают на корпоратах, либо на каких-нибудь концертах, они зарабатывают достаточно прилично. Но что делать, если вы еще не достигли того уровня, чтобы зарабатывать на корпоратах, но желание подзаработать на вашем таланте существует? Для этого давным-давно придумали разные колоночки, которые имеют аккумулятор, и вы можете спокойно выступать на улице, не подключаясь никакой розетки. Надеюсь, нас не выгонят с Сенной площади, куда мы и приехали. Это самая оживленная площадь города Санкт-Петербург. И посмотрим, сколько денег мы сможем заработать здесь за определенное количество времени. Надеюсь, нам накидают много, и я отобью ее стоимость. Если вы решитесь выйти на улицу, чтобы подзаработать, нужно помнить о нескольких вещах. Время и место вашего выступления. Выбирайте вечернее время, когда народ едет с работы, и максимально людное место, чтобы ваше выступление было более прибыльным. Обязательно напоминайте о том, что зрители могут вас отблагодарить за ваше же творчество. Вы же хотите заработать? И вообще, больше общения с публикой. Обратите внимание на молодого человека, он все делает правильно, можно кидать денежки. Ну, я буду рад. Спасибо. Спасибо. Хочешь побитбоксить? Давай, на. Только вот так. Сейчас парень делает меня, смотри. У меня как девочка сейчас. Красавчик. Скольки? Слушайте, мы только встали. На самом деле, скорее всего, будем кочевать. Вы играете? Мы на рту играем. А, у вас это? Да. Кочевать? Что? Ну, мы, скорее всего, отъедем скоро. Спасибо всем тем, кто вложился в творчество. Сейчас заменим битбокс-музыку на нормальную. Ну что ж, прошло 10 минут нашей игры. Мы решили отойти в сторону для того, чтобы дать возможность выступать на том же месте новым талантам. И сейчас посмотрим, чем же мы разжились за эти 10 минут. У нас есть напиток, спиннер. Да, красиво крутится, крутится, вертится. Воу! А теперь считаем деньги. Значит, 50 рублей. 1 евро. 135 рублей. Вот, это, как говорится, лиха беда начала. Сейчас заработаем больше. И чуть-чуть аплодисментов в нашу воображаемую студию. Давайте, давайте, раскачивайте, раскачивайте. Можно хлопать, это даже нужно делать. Окей. Обязательно узнайте, есть ли в том месте, где вы будете играть, розетки, к которым можно подключиться. Договоритесь с кафе, на крайний случай тащите генератор. Но лучше взять колонку с аккумулятором, тогда до вас точно никто не прикопается. Мне интересно, можно ли такими звуками, что-нибудь старенькое, Катюша, Магомаев, Лучков, Солову, вот реально, что-то можно такое сделать? Катюша! Про того, которого любила. Про того, чьи письма верили. Про того, которого любила. Про того, письма верила. Спасибо. Прошло еще 20 минут нашей игры на улице. И посмотрим, сколько нам накидали. Купюры, купюры пошли, купюры. О-о-о, это уже опасно. Так, 200, 400, 50, 550. Это только купюрками. А также у нас есть мелочуга. 659 рублей плюс 135, которые я уже говорил. Это 30 минут игры. Мы сейчас сделаем максимально быстро еще один подход. И посмотрим, сколько нам накидает. И надеюсь, то, что мы 1000 заработаем. Не будем оттягивать, давайте. Это мои вещи, куда можно поместить содержимое ваших кошельков. Ай, мотивация. I like to
Если зрителей будет достаточно много, то обязательно сделайте какой-нибудь трек, в котором вам смогут подпевать. И не забудьте похвалить публику. Это очень важно. Какие вы классные! Аплодисменты сами себе, молодцы! Давайте, хотя бы так, это уже какая-то активность. Тебе надо бежать. Ну что ж, последний подход, он оказался чуть-чуть длиннее, и посмотрим, сколько мы заработали. 200 от того же человека, который положил уже 200. Ну и мелочь, естественно, куда же без нее. Почти что 300 рублей. Ну что ж, вот таким вот нехитрым способом, всего лишь несколько лет обучения и колоночка, и вы можете заработать баблишко примерно 1000 за час. То есть, ну так, в среднем, смотря как вы будете работать. То есть, в день, если вы поработаете как следует, и возьмете себе на подпевочку еще какую-нибудь девочку, то я думаю, то, что вы сможете заработать побольше. Вот, работайте каждый день, и вы сможете зарабатывать как олигархи. Суммы вот здесь вот, я обязательно попробую в следующем выпуске, если вы поставите мне много лайков, я попробую с колонкой походить в метро. Я уверен, то, что это будет очень круто. Так, всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, то, что видос вам понравился. Обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами был Валентин Фокин. Увидимся. Друзья, если вдруг вы решите зарабатывать на улице, то пользуйтесь этими советами. И не забывайте то, что многие артисты начинали с улицы. Дабл Фикс – отличное тому подтверждение.